Доброе утро, друзья! Новый день, новый влог. Вот как меня встречает по утрам вот эта наша пушистая радость. Вот-вот-вот-вот-вот. За ногами бегает. Сейчас посмотрим, какая у нас погодка. Откроем окошко. Что дождик вроде брызгал. А, какая-то пасмурность есть с утра. Ну, у нас никак жара не отступит от нас. Жара, да? Это детский сад. Выходной день, детишек нет. Тишина на улице. Тут цветочек поживает. Так, Нита, пойдем умываться, да? Пойдем. Я сейчас покрашусь. Голову будешь красить? Да. О, тетушка будет голову красить. А мне так жарко. Сейчас постель соберем. Диана что-то концерты дает. Диан, что такое? Что? Она никак не адаптируется к новой квартире, да? Скоро твоя мамка приедет. Приедет мамка. Да, 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 моя маленькая. Это бенгальская, она дикая кошка. Дикая. Да. Что? В чем дело? В чем дело? В чем дело? Дай поглажу тебя, давай. Да, да, да. Иди сюда, Диан. Иди сюда. Иди. Иди. Вот она ждет, когда я ей одеяло открою, чтобы под одеяло залезть. Где ты, Диана? Вау! Ты уже покушала. Да. Куда ты? Ой, нашла место. Ну, ты посмотри, я ковер свернула, ковры большие с комнаты. Диана? Да. Оля не привезла нам эту когтеточку тебе, да? Вот ты нашла место. А нельзя. А нельзя, моя радость. Да. Ну, все, успокойся, успокойся. Да. Да, она, эти кошки, они только к своему месту. Вот с самого глубокого детства, как привыкла, все. Перевозить их на другое место, это для них стресс. И вот она такая, никак не может. В стрессе. Уже скоро приедет мама за тобой. Да, она поотдыхает там на Кийском море и приедет. Да, заберет тебя. О, полезла. Ищет какие-то домики себе. Ой, ладно, пойду, друзья. Завтрак готовить. Диана, ты тут ищи себе домик. Ночлег дневной. Да. Все, порядок. Порядок. Да, Нита? Порядок мы с тобой сделали. Мы с тобой сделали порядок. Сделали. По-быстрому сейчас с утра попьем кофеек. Я с мороженым решила немножко охладиться. И пойдем, сегодня суббота, пойдем на ярмарку. Ярмарка выходного дня здесь. Нужно купить овощи, фрукты. Ну что куплю, я вам покажу, сделаю обзорчик. Кофе с мороженым, какая вкусняшка. Друзья, сходили на ярмарку выходного дня по субботам здесь за фруктами, овощами. Вот что мы купили, морковку. Такая вот уже редисочки купили. Будем делать окрошку. Это кабачки. Тетушка любит там что-то с ней делать. Я как-то не очень
кабачки. Ну. Так, это чеснок молодой, естественно. Пучок зелени для огурцов. Хотим замалосолить. И черешенка вот такая вот. Черешенка по 55. Но это цены в гривнах, ребята. Так, абрикоска тоже 55. Сказали сладкая, но мы, конечно, не пробовали. Грязная же. Клубничка. Клубничка практически вся одинаковая цена. Это мы взяли по 45 гривен килограмм. Вот здесь огурчики. Огурчики уже по 12-13. Такие вот уже грядочные. Хотим замалосолить. Ну, так оставить на салатик. Это помидорки. Вот такие вот. Желтые взяли. И красные. Помидоры по 40-45 гривен. Такая вот цена. Вот эти вот розовые. Они очень вкусные. Так, имбирь взяли. Постоянно его берем. Через блендер пропускаем с лимоном вместе. Лимончик, имбирь. Ну вот и все. Все наши покупки. Вот она, красота веслоухая. Да, Маруська? Маруся. Племянник-то чудо приобрел. Как же он ее любит. И она его тоже, я так думаю. Сидит, думает, что за зверь тут бегает. Да, Нита? А Ните пофиг. Она пришла, ее принесли. Она тут и это осваивается. Вот так вот. Вот так вот. Ой, смотри, чтобы она не цапнула. Реакция Маруси на Ниту. Сначала спокойно, а теперь во. Хвост дыбом, спина горбом. Что это, Маруся? Новый член пришел, да, к тебе? Скажи, я сама себе хозяйка. Что хочу, то и делаю. А тут новый член, да, Марусь? Ой, что-то не фокусируется. Что такое? Маруси, ты что, решила поохотиться на Ниту, да? Кралась. Крадется, крадется так. А где Нита? А вот она. Марш-бросок как сделает. Ага, марш-бросок, точно. Но пока как-то она осторожничает. Осторожничаешь, да? Выжидательный момент. Ага, понятно. Думает, на мою территорию пришли тут. Маруся за тобой наблюдает, Нита. Ты поняла меня? Угу. Вот она. Да. Наблюдательный пункт у нее здесь. Да, Маруся, ты наблюдаешь? Ну, пока близко не приближается. Да. Все, Марусь, мы пошли. Кушать тебя оставили. Иди проверь на кухню. А мы пойдем готовить себе обед, борщик. Какой я борщик сварила? Тетушка захотела, чтобы я именно сварила. Ой, а красивый какой, слушай, насыщенный прям. Mm-hmm. Со свиными ребрышками. У нас на обед борщ. Обед у нас борщик, салатик, огурчик, помидорчики, сырок фета. Сейчас пообедаем и пойдем в парк погуляем. После обеда уже ближе к вечеру. Такой салатик. Хлебцы. Это вместо хлеба мы едим. И компотик сварили с кизилом. Очень вкусный, кстати. Фитнес-клуб здесь у нас в сквере. Да, вот.
Там впереди детская площадка. Дорожки выложены. Сегодня комфортно. Плюс 25. Вековые деревья, да? Ну, не вековые, конечно. Но им уже очень много лет. Я их даже помню. Скажи. Каштаны, конечно. Друзья, Кришнари. Кришна идет. Поближе, наверное, если они сюда будут идти, сниму. Девочка. Напротив уже дома. Домой ничего не пойдем. Домой. Сказала Оля, должна. Мы уже направляемся домой. Уже начинается жара. Кришна пошла, Кришна. Пришли с парка и уже вечер, приготовили ужин, салатик. Такой у нас полуразгрузочный ужин сегодня. Клубничка с творожком и чайку попьем. Я еще себе бутербродик такой сделала, но мы ужинаем не позже 5:30. И спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчики. Всем пока!